Красота. Да. No, perché in quel posto ci stava qualche posto di fontana, dell'acqua. E... Как-то Репин написал картину «Бурлаки на Волге». Так вот, я думаю, попросить кого-либо из художников написать схожий омаж на Репина под названием «Велосипедисты на Альпах». Ребят, это невозможно. Это хуже, чем «Бурлаки на Волге». Это будет новый стандарт сложности тягания вещей своими двумя. Вот, наконец-то, друзья, мы добрались до самой верхней точки нашего маршрута под названием Монте-Ветти. Очень красиво. Судите сами. Синистра. На которой дичи куй. Facciamo come con la moto, tutta l'asfalto. Ripida. Saranno ora ripidi.
переположим. Понял, мы впереди, отведи. Свежим нож. Хорошие вещи имеют свойство быстро заканчиваться, что, несомненно, можно сказать и про сегодняшнюю велопокатушку. Друзья, у меня убедительная к вам просьба. Если вам понравилось это видео, обязательно ставьте лайки и не стесняйтесь подписываться на мой канал. Здесь будет еще больше итальянского контента по вело- и мототематике. Спасибо вам за просмотр и ci vediamo presto!